который я начал изучать алфавит английского, скажем так, буковки. Если не найду, то похуем. Будет время еще потом каких-то учителей предоставлю. А если сейчас не найдем, то похуем. Ебанашка, он живет в Америке. Он прикольный учитель. А, вот она. Только у нее учиться у взрослой. Привет, я Ирина, эксперт в обучении английского. Не совсем то. Во. Вот посмотрим. Оно начинается просто, читаем с нуля. Читаем. В общем, найдете сами. У нее, в принципе, вот такая вот она молодая, когда была. Типа институт заканчивала. Не ищите старую. Старую я не смотрел, мне нехуя ебаться со старой. В общем, у старой ее, да? Вот старая. А она тут типа пытается алфавит преподавать, как я вижу. ACH. CAEG. Да. Причем с транскрипцией. В общем, учитесь вот у этой. У молодой. Я учился. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на первом уроке. Я вас поздравляю с тем, что вы идете на пути к своей цели. Уже совсем скоро вы узнаете основы чтения и научитесь читать. Первый урок мы начнем, конечно же, с алфавита. Для тех, кто знает алфавит, можете сразу переходить ко второму уроку. Для тех, кто не уверен, лучше еще раз вместе с нами вспомнить алфавит. Итак, перед вами 26 букв английского языка. Ваша задача будет выучить, как читаются эти буквы. Давайте с вами прочтем каждую букву. Первая буква – «эй». Внизу вы видите в квадратных скобках, это транскрипция. Там указаны звуки русскими буквами, чтобы вам на первом уроке было легко, как произносится эта буква. «Эй». И как, ну это переделать целое видео, это B. Очень сложно. Повторяйте за мной, обязательно вслух. Повторяйте, русские долбоёбы. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K. Почему я I повторил? Пишите в комментах. L. Кто со мной играет? M. N. O. Вы видите здесь звук W. В русском языке такого звука нет. Чтобы произнести этот звук, вам надо вытянуть губы в трубочку. W. O. P. Q.
Ар. Чтобы правильно произнести этот звук, представьте, что вы просто на приеме у врача и у вас болит горло. Когда врач кладет вам лопаточку в горло, то он говорит: скажите Ну, а, это и у добавление вас пойдет. получается такой звук. А. Потренируйтесь. Думаю, что сложным этот звук Если для вас не британский, будет. то да. А если американский, то S ар. T То вообще не будет эта буква читаться в Британии. U V W X Y Z. Буквы читать мы научились, теперь их надо запомнить. Самый простой способ запомнить Это алфавит петь. – это, конечно же, известная детская песенка. Давайте Пойте. споем ее вместе. Пойте эту замечательную песенку до тех пор, пока вы не выучите буквы алфавита. После того, как вы запомнили эту песню и уже хорошо ее поете, давайте проверим себя. Пойте русские. Сейчас будут появляться Пойте. буквы, а вы называйте, как они читаются. Называйте русские. И. C. G. А вы думали, что и в правильной последовательности будут, а не хуяшечки. D. F. A. B. Не надо по картинкам запоминать, надо просто буквы L. запоминать. K. И еще менять их в башку неправильной последовательности периодически. И кроссворды гадайте на английском. N. И не надо картинки запоминать. То есть как картинка сочетания, чтобы буква в башке всплыла, а это поможет. H. P. O. J. I. Оу, я забыл.
М. Я не знаю, почему на картинке стоит. А. Просто, ну, красиво было, не уснули за компьютером, я просто не знаю. Ю. С. Картинки красивые, кстати. Может, она их объебашивала в какой-то программе. Особенно дельфины, вода блестит. Кью. Ю, а не Ю. Ви. Ви. Си. Ты. Зет. Зет. Экс. Экс. Это я так просто так называю W. W. Why? Задача нашего первого урока – это обязательно выучить алфавит. Поэтому пойте песенку, молодая. Проверяйте себя, запомнили ли вы правильно буквы алфавита. Она, и может, в следующем она уроке мы уже с вами начнем читать. Поэтому я с видео. Нетерпением жду нашей следующей встречи. И голос, увидимся во типа втором уроке. Взрослый, а там был молодой. Вот этого я не знаю.